мои мальчишки-девчонки. Сейчас еду с работы, времени после 2 часов дня, и поеду сегодня к Оксане делать краску для волос. То есть, Оксана будет мне красить волосы. Будет кровь красить мои корни, потому что уже все они белые, я же старенькая. А вот, буду показывать вам пошагово. Покажу тоже Оксане на место, покажу Оксана, где работает. Покажу номер краски, которую она мне красит, потому что очень многие спрашивают меня. И потом я приду домой и буду укладывать волосы и показывать вам, как я это делаю. Опять еду на машине и смотрю на вас. Ну, я очень аккуратно вожу. Читать больше я комментарии, читать больше вопросов я не буду, пока еду. Хотя я очень часто балуюсь таким вот, читаю что-то на телефоне, пока еду. Это очень плохо. Никто не повторяйте за мной этого. Потому что я вот... Ну, плохо это очень, я знаю. Вот. Но так как в Далтоне вообще трафик очень-очень такой слабый, так скажем, очень на мало машин ездит, поэтому я езжу по деревне, и, конечно, ну, в худшем случае я раздавлю пару гусей в этой деревне. Вот, так что давайте мы с вами сейчас в данный момент прощаемся на несколько секунд, можно сказать, потому что я сейчас приеду домой, возьму камеру и поеду к Оксане делать. Опять сегодня не накрашена, только губы. Но как, так как вы мне сказали, что я не накрашена, выгляжу хорошо, так я этим воспользуюсь теперь и буду, не буду стесняться. Ну все тогда, мы сейчас с вами увидимся. Ну вот, приехала я сейчас домой. Сейчас зайду в дом, возьму камеру и поеду к Оксане. Я сейчас в данный момент разговариваю с телефона. Хотела вам это сказать, потому что до этого сказала, возьму камеру. Скажут, камера-то в руке. Совсем зарапортовалась. Нет, сейчас я в данный момент разговариваю с телефона, возьму камеру и поеду к Оксане. Не очень помню, много там было, по-моему, вопросов к Оксане, но покажу все, что смогу. Ну все. Вот это наша плаза, здесь находится магазин Publix, не видно за деревьями название. И вот на этой плазе находится Оксана парикмахерская, называется она Signature Haircuts. А этот вот разговаривает со мной, он мне маникюр делает, ну не маникюр, а педикюр я у него делаю. Как и звать-то, его забыла уже. Они из Вьетнама с женой, там у Оксаны в салоне. Say hi to Russia. Huh? Say hi to Russia. We did? Say hi to Russia, to Russian people. Say. Yeah. Yeah. Say it. Send me the girl from there to here. So yeah. Well, say hi okay. To Russian people. We're the best New York pizza. Say it. What's this, live? Why don't you say hi? Say hi. Okay. Oh my God. Hi, Russia. You don't understand? Woman. Okay, Russian women, you have a knife. What do you guys do? Make pizza. Oh, you're making pizza. I thought you're waiting for haircut. Yeah. New York style. Oh, best pizza, best wings, best fillings. Like I keep asking Tom if he does my nails, I'll give him a slice of pizza, but he won't do my nails for me. So you want to show me pizza later? Sure. You can come in and go see a stuffed pizza, but it's about guaranteed, 30 pounds. You've never seen anything like it before. It's beautiful. It's a stuffed pizza with everything in it. Crust on the bottom, crust on the top. Everything you can think of is inside. You never see one. You have it now? Showcase. Okay, let's see. Come on in. Go inside. Show Russia, maybe. Ну вот, да, Оксана не дошла пока, вот тут меня по пиццам водят теперь. These are called garlic nuts. They come with marinara sauce. Это хлеб такой с чесночной. These are pinwheels with pepperoni in them. This is our sliced pie. We sell it by the slice or by the pie. This is the stuffed pizza. Oh wow! And so you have cheese inside the crust. Everything. You have cheese inside the crust. Okay. Everything. Yeah. This is all that's inside. Вот и называется stuffed pizza. Даже у них. I don't see cheese inside the crust. That's all the white is the grande. Okay. And now the secret is we use only the best cheese, which is grande. All right. Okay. Cool.
So you have a lot of customers. Wings, everything. What is that? What is that pie? That's a Sicilian. Okay. It's a pizza, but it's a thicker crust. Okay. Это сицилийская пицца. Yeah. Это начиненная пицца. Это обычная пицца. Что-то мне пошла опять показывать. Видите, как с камерой. Как камеры увидят, сразу приглашают. Приходи к нам, смотри. Несет чего-то. Домашнее приготовление хлеба. Они каждый день пекут его. And oh, wow. We sell it for $1.99, or you can have a meatball, parmesan. That's cool. We have beautiful desserts. Они внутри. You cut it and put everything inside. Yeah. Okay. It's fresh baked every day. Они разрезают это вдоль и начиняют все чем с чем угодно. And it's very soft and very good. Yeah. Thank you so much. Oh, you're welcome. Thank you. Real quick. A little bit of America. So you guys from New York? Yes. Oh, okay. From New York. Yeah, New York is the best pizza. Yeah, and we make it very good here in Florida. I know. And that you should take a picture to show them. That was when they were building. Oh, wow, look at that. That was the United, let them see that. The United Steelworkers. So you here? Are you here or no? No. Oh, okay. This is a picture of the United Steelworkers when they were building the Statue of Liberty. Oh. Короче, это пацаны сидят и это в это время делают Статую Свободы. То есть ее еще даже не было. Oh wow! So they look, they watch how they making it. They were working it. Oh, they working on building. Эти пацаны они делают эту со Статуей Свободы. Это работники. Wow, that's cool. And look about back then, you could show back then no harness to protect. And okay. I can open it это up. Это их меню со Статуей Liberty меню. Oh, that's very nice, very beautiful menu. Yes. So where is your pizza to show? How much pizza? Right there. Okay, where are your pizza prices? Oh, our prices are $1.99 a slice, stromboli, I see. Calzones. Okay. And this is what, is coupons? Yeah, coupons if they dine in. Okay. You buy a sub, you get one half off. Это купоны, видите, за бесплатно даже дают. Берите вот. We make chicken marsala with the marsala wine in it. Mm-hmm. Это вот как раз рядом с Оксаной парикмахерской. Okay, thank you guys. You want to bring this to Russia? You can. Okay, thank you. I will. Yeah, no problem. Thank you. So I going to Oksana. You gonna do pedicure for me today? Yeah, when you want to do. Okay. Anytime. All right. Ну вот, заходим мы к Оксаночке, к моей. Ну-ка посмотрим, где она у нас. Это вот у нее такой салон. Народу полно. Пойдем искать, где у нас Оксана. Hey, how are you? Hi. Оксана, somebody here. Yeah. Это вот жена этого. Hey, Kay. Привет. Как дела? Хорошо. Я делаю видео для России. О, май гад. Да. Это мой грандсон. О, that's nice. How? What your name? Марьян. Марьян. По-русски говорите тоже, да? Ага. Меня Наташа. Как вас звать? Таня. Таня. Очень приятно. Где там у меня Оксана? Вот, Наташка, ты здесь? Привет. Привет. Оксана замучена. Стоит, я видео делаю. Давай. Вот, вот у нас вот работает раз, два, три, четыре, пять человек работает, ага. Четыре шкафчика у всех, у каждого свои краски. Это маски, мы у нее тут... Одного тут, человека. Как эта комната называется? Эта комната называется, я не знаю, как это. Сторидж, да, наверное, какой-нибудь? Ну да, девочки. Ну, они здесь стирают. Окей, до свидания. Они здесь стирают белье. Не белье, а полотенце стирают. Там делают фейшл, вот эти вот вьетнамцы. Вот это вот Таня. Ты такая ужасная, о май гад. Какая ужасная. Вот это ее внук, только приехал 2 месяца назад из Эстонии. Таня не хочет сейчас рассказывать на камеру ничего. А ты давно живешь в Америке, да? Давно. 17 лет. 17 уже почти. Ну, да. Ну и как-нибудь, может, ты нам расскажешь, да? Конечно.
Внук очень красивый, Марьяна. Марьянчик мой. Это моя единственная лялечка. А он прячется. Он прячется, да, но он скромный. Ну, да, ладно. Я говорю, что я говорю, Марьяна, я тебя так люблю. Баб, чем я разлюбилась, что ли? Да? Ну, пошли. Ну, давайте. Счастливо, до свидания. Ну, до свидания. До свидания. Кто мне его звать? О, стоит. Вот такой. Такие высокие парни у нас из Эстонии приезжают. А это из Вьетнама, извините уж. Ну все, девочки, бабай. Ну давай, пока. Уже всех, у меня все подписчики уже скажут, туда-сюда бегают. Краской ты меня красишь, называется Redken, да, правильно? Да, это Redken Gel. Серия NW, потому что... Какой номер ты хочешь? Я смешивала две. Так, вот этот номер, да? Какой у нас? Так. Девятка. 9NW. И 6NW, да? И немножечко NA. 7NA. Я не знаю, видно, не видно. Вот, да, 7NA. Давай пока посмотрим, как ты смешиваешь, потому что всем нравится мой цвет, и мне тоже. Оксана кладет пластмассовую такую уточку на весы и начинаем колдовать. Добавляет краски. Это какую ты сейчас девятку добавляешь? Девятку добавляешь. Сколько? 16 грамм? Да. Это граммы у тебя? Да. Ну, миллиграммы. А, ну окей, миллиграмм. 16. Теперь немножечко чего? Шестерочки. Может быть. 6 чего у нас там? 6W что-то тоже, да? Да. 6N, как November W. И немножечко и... семерочки. Совсем немножечко, это чтобы не такой был... Желтый? Да. Угу. И сколько всего получается? 22 грамма. А теперь 22 девелопера тоже. Процентный девелопер. 20% девелопер. When you go to Russia? I don't know. Сколько добавляешь? 40, то же самое, 22. Она добавила девелопера, у нее получилось 55 грамм. Что за девелопер по-русски? Я не знаю, пароксайд. А, окей, пароксайд, это значит... Отбеливатель-то этот, как он называется? Нет. Раньше красили... Не-не-не, это... Пероксид. Пероксид так и называется. Пероксид? Ну, я не знаю, как он по-русски называется. И все. И смешиваем все хорошенечко. И краска готова. Так, запомните, пожалуйста, еще раз. Она берет вот эти краски Redken 9NW, 6NW и семерки, она добавляется 7 чуть-чуть. Правильно, Оксана? Угу. Вот. А потом я беру NW серию, потому что у Наташи есть wisdom hair, как это сказать. Потому что у меня седые волосы. Что ты делаешь мне? Да, и поэтому серия NW, она лучше всех покрывает. Ага, вот она поэтому мне берет NW. Да, потому что если другими красками пробовать, они не так хорошо. Потому что у меня волосы мудрости уже, она сказала. Потому что мудрые волосы надо покрывать. Да. Оксана мне говорит, какая ты высокая, я ей показала свои туфли. Вот я на таком каблуке хожу целый день. Как ты так можешь на таких ходить? Я вообще не представляю. Я покупала их длинные брюки, и у меня ноги получаются длинные зато. Это вот натуральная кожа, они такие классные. Красивые, да. Вот Наталью накрасили, намазали. И вот она теперь, да, вот кругом ее снимаем. Извиняюсь, я не профессионал, я не могу там. Сиди, а я так профессионал. Вперед, да, она у нас профессионал. Конечно. Все у нее все такие хорошие эти видео. Вот. Мы сейчас смоемся, и я поеду укладывать домой. Да, она мне не доверяет. Нет, Оксана тоже меня укладывает, но я хочу ей показать, как я сама укладываю. Ну да, потому что она все время большинство сама укладывает. Ну да. Вот.
Go ahead. Оксана, ты меня сейчас стрижешь? Что, так, скажи пытаюсь. Им, что ты делаешь? Пытаюсь. Вот, подстригаю Наташу. Я не очень подстригаю, просто кончики отрезаю, делаю более форму придаю. А то уже мы давно не стригли. Добро. Ну и сразу уголочек. Ей легко будет укладывать. Но домой она поедет укладывать сама. Сняла свои туфли. Сижу. She have to take a break from those shoes. С Оксаной рассчитываться и хотим показать у Оксаны машинку, как она платит. У меня аппликация называется GoPayment. Вот такая штучка GoPayment Intuit. Вот я на нее иду и набираю, сколько Наташка мне должна денег. Я не говори хотим, дай хоть я тебе типы напишу. Подожди, не надо мне твои типы. Ну подожди. Еще не время. Вот, и теперь я делаю, да? И вот сейчас беру Наташкину карточку. Ага. Без фотографий, без ничего. Да. Обычно тут есть чего-то. Проводим. Ну, поверим ей, поверим. И легким. И все. Вот так легко и просто. Деньги снимаются. Да. Okay. Все. Ну, Оксаночка, спасибо тебе большое. Смотри мое видео своего салона. Вот хозяйка салона, пожалуйста, вам. Салон все время бизи. Среднего пошиба. Ну, нормально. У нас семейный салон. У нас цены средние. Цены очень хорошие. Мастера очень хорошие. Да, мастера очень хорошие. Ну, все, Оксаночка, спасибо, пока. И вот я еду от Оксаны. А вот так вот она меня все время красит, и я еду уже укладываться домой. Мокрая сижу.
Ну, а пока я высушиваю волосы, посмотрите, какой помадой я крашу губы, потому что у меня был вопрос, какой цвет и какая помада. Я сделала маленькое видео насчет этих помад, какой помадой я пользуюсь. Пожалуйста, посмотрите, а я буду сушить волосы. А вот я хочу показать вам, какой помадой я пользуюсь. Она называется CoverGirl, и вот она вот такая. Мой последний тон, которым я красилась, вот этот вот, он называется 521, а помада называется Outlast. Что я делаю? Там, короче, там две помады, одна помада, а второй блеск. Блеском мазать надо сверху помады. Я блеск не пользуюсь, блеском, я этот блеск вот этот вот, ой, где, вот этот блеск, я его выкидываю сразу, потому что я не люблю блестящие губы. А помада я пользуюсь, и она целый день, она просто не смывается, ее смываешь только кремом. Поэтому вот такой вот помадой я пользуюсь, я ее обожаю. И вот хотела просто вам показать, как она выглядит. Мои любимые тона — это вот такие вот пастельные. И, как я сказала, последняя была вот такая вот, и она тоже как бы мне очень понравилась, очень удачная. Очень красивые красные помады здесь, в общем, ну вот. Я надеюсь, я вам ответила, девочки мои, на вопрос. Не знаю, как поближе принести, видите, поближе-то не получается почему-то. А вот. Вот так вот написано. Вот это вот моя помада. Где она? 521. Вот. Вот это вот та, которой я пользуюсь сейчас. В данный момент это последняя помада моя. Я нахожусь в CVS. Такой у нас есть магазин CVS. Тут всякая косметика. Ну вот я хотела именно показать вам эту помаду. Ну все, спасибо за внимание. Захотели — смотрите, что я сейчас делала. Посмотрите на меня, видите, у меня какие волосы сейчас. Что я сейчас делаю? Я сушила свои волосы. Как я сушила? И чтобы добиться огромного объема, который вам хочется, да? Я делаю так, я сушу, я наклоняю голову вниз и сушу феном. У меня становится большой объем волос. Ну, конечно, у меня волос тоже немало, но я думаю, что я могу вам посоветовать, девушки, которые хотят сильный объем, именно так начать укладывать волосы. Именно так нужно сушить свои волосы вниз головой, и чтобы волосы стояли дыбом. Что делаю я дальше? Ой, конечно, вообще смех. Что я делаю дальше? Я беру волосы вот так. Можно сказать, больше, чем половины. Больше, чем половину я закалываю. Или можете закалывать, можете резиночкой убрать вверх, чтобы они не мешались, да? Я делаю это вот так. У меня тут зеркало тоже. Вот так. Получается вот так. Я не вижу сейчас, что сзади, но как бы вот я убрала эту часть наверх. И что я делаю? Я буду укладывать сейчас вот этот слой. Я укладываю свои волосы слоями. Я буду смотреть в зеркало, а вы смотрите на меня.
проходила это очень-очень горячим воздухом. Что я делаю теперь? Я разматываю свою и беру следующий слой. Ну, естественно, ведь вы из вас все были парикмахерских, и вы знаете, что парикмахер укладывает именно слоями волосы. И я именно укладываю волосы так. Я не думаю, что я вам кому-то что-то покажу новое. И такой скажет, вообще уже с ума сошла. Как я сказала, я, наверное, ничего нового вам не покажу, но просто вы просили, чтобы я показала, я показываю. Работаем дальше.
теперь я укладываю последний слой. Вот я, видите, какая разница между уложенными волосами и неуложенными. Теперь я укладываю последний слой, как я сказала. Обязательно берите волосы у корня, у самого корня поднимайте вверх и дуйте с этой стороны, чтобы в объем был вот прямо отсюда. Оксана чуть-чуть сегодня подровняла мне концы. То есть у меня были очень длинные волосы. Ну, как бы по мне. Вот. И как бы вот так, что получилось, оцените сами. Пожалуйста, вот я покажу вам сзади. Я даже еще не видела сама. Вот показываю вам первыми, чтобы вы мне сказали, хорошо или нет. Но я думаю, что просто как обычно я укладываю так всегда. Поэтому вот, пожалуйста. Я не знаю, я надеюсь, я хоть чему-то вас научила, если нет, то просто посмотрели, как я это делаю. Вот. Мне было очень интересно это показывать, я просто, ну, как бы уже запланировала это, думаю, как я буду это показывать, что я буду делать. Ну, вот именно как запланировала, так и показала. Поэтому вот, пожалуйста, мои волосы, какие они были до этого, посмотрите в начале видео. Ну, и сейчас, и просто, ну-ка, я сейчас сама посмотрю в зеркальце тоже. То показывала, а может так получилось плохо. Нет, получилось неплохо. Получилось очень даже неплохо. Вот, и всем вам удачи.
Кстати, хочу сказать, мистер Джонс позвонил мне сегодня, сказал, что я завтра не приезжала, потому что ему надо ехать за сеном за каким-то. Поэтому вот отменяется эта встреча, будет, наверное, следующее воскресенье, поэтому говорю вам, чтобы, ну, не ждали пока, да? И опять же, я показала уже вам помаду, которую крашу губы, которая, ну, недавняя. И все. Спасибо вам за внимание, девочки. Я жду от вас комментариев. Спасибо вам большое. Люблю вас всех, мои подружки.